Парад! Стой! Раз, два! Внимание! Равняйся! Равняйся, это когда все подравнялись, а не когда голову подняли. Отстань. Это область Бохова Даун, Клаун не построена. Командующий парадом Самсон. Дорогие друзья, прежде чем предоставить слово Наталье Геннадьевне, заместителю министра физического спорта Ульяновской области, разрешите поднести сегодня масленица, блины нашим гостям. Пожалуйста. С праздником вас! Именно такие люди представляют нашу родину и наш город, город Ульяновск. Самсон Федор! Я за красные перекрываю голову! Ура! Поприветствуем наших чемпионов! Вот так держать! Это наши гордость! Ведущие спортсмены! Еще раз приветствуем Самсона Соколова, Ольга! Соколов Владислав, вот такое будущее, 14 лет. И среди них ветеран по бегу, марафонка. Женщина, которая не боится ничего. Это Кислевич Мария. Они открывают. Молодец, Василиса! Молодец! Давай, пойдем. Итак, в воде молодец, юная участница чемпионата Пилипчук Софья. Вот так вот. Молодец. Ура, похлопали. Самый младший, красавец. Следующий приступает к плаванию Соколов Владислав. Его мама чемпионка. Судьи на месте? Судьи. Давай, поехали. Судьи, пригласите судьи. Есть, все, давай. Подожди. Вон он еще идет. Давай, есть. Саша, время засек? Нет. Итак, пошли первые секунды его плавания в холодной воде. Давай. Как это тяжело открывать чемпионат. Молодец. Город Кирза. Молодец. Серега, давай! Отлично! Серега! Готовится Киселев Алексей. Киселев Алексей. Чепрунов Алексей. Все. Ты готов? Да. Давай. Бирюков Александр. Да. Бирюков Александр готовится. Молодец, Алексей. Молодец. Красиво, быстро. Вот какая вода покоряется нашим мужчинам. Вот,
Молодец. Пока и лучшее время у него. Танцует Тульяна, 25. Опа. В вольном стиле плывет Александр. Улыбается природе, улыбается празднику, улыбается нам. Не дай бог такая улыбка. Давай, давай, давай. Петруков Алексей. Петруков. Молодец. Петруков Александр. Молодец, красава! Вылай! Холостой, кстати, холостой парень, девочки! Давай его! Обратите внимание, холостой давай, парень! Давай, давай, холостой парень, веселее! Виталий, молодец! О, Виталий хорошо плывет! Молодец, орел! Старт 25 метров, вольный стиль, мужчины и женщины до 40 лет! Виталий, молодец! Давай, давай, Виталик! Чтоб не мёрзнуть, танцуем все! Молодец, Виталик! Итак, мы... Все великие люди были Володями! Владимир Смеев! Итак... Давай, молодец! 12,5 метров ещё впереди! Орёл! Владимира Романова! Вода смывает! Вовчик, давай! Да. Шумахер! Молодец! Молодец, Володя! Город Ульянов! Федерация борьбы МММ! Настоящий полковник Федор Самсонов! 15 метров! Самсонов Федор заканчивает свою дистанцию! Молодец, Федя, приступает! Чемпионку! Мастер спорта! Чемпионка России! Мира! Александрова Татьяна. Мужественная женщина объехала половину нашей страны за границу. Участвовала во всех соревнованиях. Лидерка многочисленных соревнований на мировом уровне. Татьяна Александрова, смотрите, какая красивая интересная. Я однократно переплывала реку Волгу. Участвуем в соревнованиях в Ульяновске. Молодец, Татьяна. Готовится. Нежадно лупили, но потом оттуда улетели. Женщина, смотрите, самая красивая женщина покоряет холодную воду Свияги вот города Ульяновска. Молодец, тихонько. Видите, как красиво, жарко. Вот так вот. Готовились к городу Ульяновска. Вот мужики, Кириллова, Берникова, Осипова, Бастырова. Молодец, Снежана! Молодец, пошел. Снежана доплывает свои 25 метров. Молодец. И готовится Лымарева. Молодец. Молодец, Дима, давай! Лымарева Зинаида, город Чебоксары. Стартует Григорьева Надежда. Надя! 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 Надя, молодец! Молодец! Вера, Надежда, Любовь! Готовится Курочкина Света. За Курочкиной Кириллова Вероника. Главное участие! Молодец, Света, молодец! Первый раз женщина плывет в соревнованиях, покоряет волны холодной воды города Свияги. Ребята, Свияги, город Ульяновска. Молодец, Света, молодец, молодец! 12,5 метров уже твои! Ветер в лицо, он сколько. Молодец, Света, молодец, еще немножко, еще немножко, еще чуть-чуть.
кто-то должен быть и окупить, обязательно наготовить. Ну, конечно. Курочкина Света заканчивает. Молодец, давай! Следом езжай! Первый раз у нас в России! Ура! Молодец! Света, договорились ей! Помогайте, ребят, что стоите? Это вам не шухры-мухры, давай! Аж Нептун согрелся! Есть! Молодец! Вероника, мы все тебя любим! Мы все тебя! Молодец, Вероника! Отлично! Если холодно бывает! Вероника, молодец! Молодец, Вероника, покоряется ей 25 метров воды! Красивая молодец. Женщина, красивая! А женщины красивых не бывает! Это так, мы дураки! Молодец! Покорились ей 25 ура! Метров! Стартует Бердникова Ирина! Бердникова Ирина! Посмотрите, молодец, Ирина, давай! Все, с улыбочкой! Так надо, Ирина, молодец! Правильно! Ира, если тяжело, бывает! Если тяжело было, давай, молодец, ба, смотри, да? Да, да. Молодец! Итак, доплывает Бердникова Ирина свои 25 метров и выходит на старт. Труженица на... Чемпионка, спортсменка, красавица, давай! Участница соревнований! Ларис немножко в бок. Она не слышит. Итак, легко, красиво, молодец, Лариса. Женщины заканчивают. Давай, Роза, Роза. Пассыр, Роза. Роза, не торопись, дыши равномерно. Хорошо? Роза, молодец, хорошо. Роза, если что, выходи сюда. Молодец, если тяжело, ты сразу выйдь с той стороны. Роза, иди сюда, если что, выходи. Не надо будет сюда. Айда. Айда, Роза, хватит. 12,5 метров есть. Молодец. Роза, Роза, Роза! Роза, да. Молодец, Роза, давай! Заканчивает свою дистанцию Басырова Роза. Молодец. Открывает соревнование. Орел, давай, мой дорогой! Молодец! Не надо, не надо, это не нашему еще, я сам такой. Молодец. Если тяжело, ребята, выходите. Время еще раз. По телевизору сказали, можно уже поздравлять. Можно. Настоящий, да? Мужчина, воин. Настоящий. Вот кого пример надо брать. Итак, готовится к старту 25 метров. Он, кстати, неоднократно переплывал Волгу, скажи. Город Чебоксары покоряет река Свияга. Михаил готов? Молодец. Посмотрите на профессионализм, посмотрите, да, на его работу, на его мужество. Михаил молодец. Неоднократно переплывал Волгу. Служу, не знаю, каких слов, слов просто нет. Молодец. Готовы? Сергей, достаточно 50 метров. Александр, заметили время. Итак, заплывает Бирюков Александр свои первые 12,5 метров. Молодец, Саша. Если, если, если. Геннадий. Геннадий, страхуй его. Гена, страхуй. Опасно. Итак, первые 25 метров есть. Достаточно 50 метров. Так, Саша. Да, у него
Заканчивается. Непреодолимо остальные ветры. Саш, заканчивай, заканчивай. Просто выйти из воды. Давай, выходи здесь. Все, Саша выходит из воды. Алексей впервые преодолевает 100 метров. Человек просто хочет себя испытать. Первые 25 метров он проплывает хорошо, легко, с хорошей техникой. Так, Алексей молодец. 37 метров. Итак, Алексей идет на 50 метров. 50 метров. Красивая техника. Так, Алексей, если вам плохо, вы можете прервать свое плавание. Но не выходит из воды Чепрунов Алексей. Какие мужчины хотят себе доказать, что они способны на большее. Итак, 75 метров Чепрунов Алексей проплывает. Давай, давай! Красивая техника. Геннадий, Геннадий. Так, Алексей, вы готовы на 100 метров проплыть? Да! Так, итак, Алексей хочет все-таки доплыть свои 100 метров. Это самое, это Владимир Владимирович. Алексей, может, хватит? Он плывет обратно, нет? Итак, Алексей заканчивает свои 100 метров. В первую очередь он доказал себе, что он может проплыть 100 метров впервые в холодной воде. И он это сделал! Молодец! Итак, Алексей, молодец! Спасибо вам за красивую... Ой, ощущение непередаваемое. Вообще супер. Человек, с которого просто нужно брать пример. А вот так, красиво. Спасибо. Какая красивая сила. Какая красивая сила. Так, Сергей выдохнул спокойно и идет на 75 метров. Еще чуть-чуть, давай. Серега! Серега! Давай! Так, красиво! Сергей, молодец! Правее! Вышло! Молодец! Молодец! 250 будет! 350! Ура! 350! 350! Молодец! Вроде как бы
пробежу 375 метров. 375, еще немного. Оля! 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 Несколько метров осталось до рубежа 400 метров. Какой смирение? Уважаемые участники, подошел самый торжественный момент нашему предприятию. Награждение участников Федерации трудового плавания города Ульяновска, мастер спорта по самбо и дзюдо Зикан. Завершился чемпионат области. Вот это и очень серьезный состав был. Разрешите подвести итоги и провести награждение. Ну, конечно.